Noyabrın 22-sində təkbətək görüş başa çatdıqdan sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə görüş olub. С официальным визитом наш братский гостеприимный Туркменистан. Ну и, конечно, мы придаем очень большое значение вашему визиту, потому что он и является, наверное, логическим продолжением вопросов нашего добрососедства, уважения и, я бы сказал, вопросов и диверсификации, как на видении нашей международной арене, в вопросах торгово-экономического сотрудничества, но и культурно-гуманитарной сфере. Говоря о вопросах внешней политики, у нас они, наверное, в принципе схожи или же совпадают. То есть мы за вопросы сохранения стабильности и безопасности не только в регионе, и во всем мире. И мы вам благодарны, то, что вы поддерживаете все инициативы Туркменистана на международной арене, которые исходят именно из нашего нейтрального статуса. Ну и взаимно, конечно, на всех площадках мы друг друга поддерживаем. И то, что мы идем и в структуре авторитетных международных организаций, как ООН и ОБСЕ, это, я думаю, тоже очень-очень правильно. Поэтому, конечно, в партнерстве есть и такие вопросы, где мы должны на это тоже реагировать, на такие угрозы, вызовы, как терроризм, незаконный оборот наркотиков, трансграничная преступность. Поэтому и далее, конечно, на эти вызовы мы и будем продолжать своего противодействия. Я бы хотел бы сказать, что нас все-таки объединяет и Каспийское море, потому что вот недавно как раз-таки была и принята прикаспийскими государствами конвенция о правовом статусе. Поэтому здесь тоже открываются очень большие для нас возможности, как и в вопросах о добрососедстве. Но то самое главное то, что все мы трактуем одно. Каспийское море – это море мира и добрососедства, и в этом духе мы далее будем продолжать. Если же говорить о наших торгово-экономических вопросах, мы вам благодарны то, что между нами функционирует межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. И отрадно то, что даже если взять период этого года с прошлым, по итогам 9 месяцев, то товарооборот у нас повысился аж на 17%. И идет хорошая тенденция по таким отраслям, как сельское хозяйство, это строительство, это промышленность. Нас импонируют, конечно, и новые технологии Азербайджана. Все-таки весь мир переходит на цифровой, в основном таки вопросы, касающиеся цифровой экономики. Поэтому мы и далее будем продолжать в этом духе. Но, конечно, хотелось бы подчеркнуть про вопросы транспорта. То есть именно развитие транзитно-транспортных коридоров и именно обозначение правильной ее логистики. И вы знаете, у нас много с вами образцовых примеров и подписанных соглашений. К примеру, Афганистан, Туркменистан, Азербайджан,
Грузия, Турция с выходом на Европу. Я упомянул то, что мы сегодня имеем хорошие контакты с международными структурами, как, например, Трасика, ИРУ, например, ТИР тоже здесь имеет немалое значение. У вас очень хорошая инфраструктура, как Баку, Тбилиси, Карс. Ну и вот видите, таких у нас примеров много, поэтому именно по данному вопросу мы могли бы развить своей правильной логистикой как по автомобильному, как по железнодорожному, так и по нашим паромным сообщениям. Значит, у вас мощные паромные сообщения для железных дорог, у нас аналогично это для именно автотранспорта типа РОРО. И я думаю, мы могли бы активизировать эту деятельность из нашей правильной логистики. Хотя я помню, вы даже на Каспийском саммите при Каспийском государстве тоже предложили этот вариант среди прикаспийских государств создать правильную логистику и провести вот это, данное вот это вот совещание именно в Баку. Поэтому я думаю, мы уже эти вопросы с начинанием могли бы уже начать в наших обоюдных диалогах сотрудничества. Вопросы энергетики. Ну, мы имеем очень мощный резервный потенциал, поэтому мы за здесь энергетическую интеграцию в этих вопросах не только для наших обеих стран, а также на региональном уровне. И могли бы совместно даже выйти на международные рынки. Поэтому в этом отношении, я думаю, могли бы тоже хорошо сотрудничать. То есть, как видите, у нас вот такой обзор и аспект отраслей, где мы могли бы поднять товарную номенклатуру между нашими странами. Поэтому я еще раз хотел бы подчеркнуть, что здесь, конечно, непосредственно играет роль межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. То есть мы, чтобы хотя бы ее ежегодно проводили, потому что немножко сейчас вошел интервал, и некоторые вопросы требуют, как говорится, незамедлительного времени. Если же, ну, для нас это неотделимая, это культурно-гуманитарная сфера. Нас очень радует то, что мы все-таки имеем общие корни, наши устои, традиции, национальные особенности, и то, что на современном этапе придаем большое значение как вопросам образования, науки, сферы туризма, развития спорта. Это тоже, конечно, сегодня нужно, потому что это все является заветами, наверное, наших предков и патриотически, я бы сказал, и идеологически будущему подрастающему поколению. Я знаю, как вы очень много и уделяете вопросам ковроделия. Ну, аналогично, как я сказал, мы тоже этому уделяем. И вот в контексте, говоря о этой сфере, по-моему, мы даже и предлагали, когда мы были в Азбаку, о создании выставок ковров у нас, у вас, а потом можно было бы выйти на международный, как говорится, уровень, или же провести, скажем, международную конференцию по нашим коврам. То есть, как видите, мы, и как подобает нам, привержены вот к обоюдному такому сотрудничеству на фоне как уважения и взаимодоверия.
Поэтому я еще раз хотел бы вас поблагодарить вот за ваш данный визит, потому что ваш визит, несомненно, даст еще более такой мощный, я бы сказал, и хороший толчок по тем вопросам, которые мы сегодня обсуждаем. Вам, конечно, крепкого здоровья, ваших успехов, вашей государственной деятельности, членов вашей делегации и всех наилучших благ, конечно, братскому народу Азербайджана. Я благодарю вас и с большим почетом и уважением передаю слово вам. Пожалуйста. Спасибо, дорогой Гурбангулы Мелик Гулиевич. Я в первую очередь хотел бы поблагодарить за гостеприимство, за приглашение, за теплый прием. Я рад вновь побывать на земле братского Туркменистана. Вчера я имел возможность ознакомиться с достижениями вашей страны, и это демонстрация уверенного, поступательного развития Туркменистана. Хотел бы поздравить вас лично и весь братский народ Туркменистана с большими успехами на пути созидания. Мы также придаем очень большое значение визиту, и визит был очень хорошо подготовлен. По итогам планируется подписание многих документов, которые, уверен, будут вовремя реализованы и тем самым будут создавать еще лучшие условия для нашего сотрудничества. Мы придаем большое значение сотрудничеству с Туркменистаном. Как вы отметили, наши общие корни, история, близость наших народов, тот фундамент, на котором мы строим наше будущее совместное. И не случайно, что и в международных структурах мы активно взаимодействуем, поддерживаем друг друга. В двустороннем плане наращиваем потенциал сотрудничества. И все это ведет к стабильности, укрепляет региональную безопасность. Сегодня вопросы, связанные с региональной безопасностью, приобретают особую важность. Мы видим, что в различных уголках мира происходят столкновения, кровавые события, идут процессы, которые подрывают устои государств. Поэтому думаю, что особо важно, что в этой непростой международной обстановке и Азербайджан, и Туркменистан демонстрируют высокий уровень развития, стабильности. И это еще раз говорит о правильности курса, которым идут наши страны. Двустороннее сотрудничество между нашими странами имеет очень много направлений. Мы, уверен, будем и дальше в международных организациях друг друга поддерживать, как это было до сих пор. Сегодня мы уже на встрече тет-а-тет обсудили многие важные вопросы нашего сотрудничества и в рамках делегации продолжим обсуждение. Вы отметили главные направления будущего сотрудничества, приоритеты. Считаю, что многое можно сделать в вопросе увеличения товарооборота, хоть он и растет, но пока что, думаю, не отражает полностью потенциал наших стран. Думаю, члены делегации будут иметь возможность конкретно обсудить, как мы можем увеличить экспорт туркменских товаров в Азербайджан и азербайджанских товаров в Туркменистан. Конечно же, эта тема должна быть одной из приоритетных и в рамках работы межправкомиссии. Я согласен, что была определенная пауза между заседаниями. Думаю, в ближайшее время нужно будет оперативно провести заседание по итогам моего визита с тем, чтобы уже разработать программу выполнения достигнутых договоренностей. Как я уже сказал, очень много документов будет сегодня подписано. Они определяют вектор развития, но необходимо также иметь план действий для реализации этих вопросов. Туркменистан и Азербайджан являются странами с большими запасами природных ресурсов. И, конечно же, естественно, сотрудничество в энергетической сфере между нашими странами. Азербайджан предоставляет транзитные возможности для
туркменских энергоресурсов. Мы рады, что туркменская нефть транспортируется через систему трубопровода Баку-Тбилиси-Чейхан, тем самым увеличивая наше сотрудничество. Конечно, одной из главных тем наших отношений является транспортная сфера. И не случайно в составе моей делегации присутствуют руководители всех транспортных структур Азербайджана. Они уже активно работают со своими туркменскими коллегами. Мы сегодня с вами также обсудили эти вопросы и двустороннего, и многостороннего сотрудничества. То есть в этой сфере мы видим очень хорошие перспективы для многостороннего регионального сотрудничества, которое принесет пользу всем странам и народам. Что я очень удовлетворен уже состоявшейся нашей беседой и думаю, что результаты визита будут также очень позитивными, будут служить еще большему сближению наших стран. Еще раз спасибо за гостеприимство, желаю вам крепкого здоровья, дальнейших успехов братскому народу Туркменистана, мира, процветания. Спасибо.